16 июня в Институте международных отношений и истории востоковедения КФУ прошла лекция профессора Болонского университета Стефано Бьянкини. Его лекция затрагивала одну из самых важных тем общественности – это политика и экономика. Моя лекция была посвящена разделу государств ЕС и влиянию этих процессов на экономику Евросоюза. Я пытался донести до студентов истинные источники кризиса и то, как потоки иммиграции влияют на разъединение Шенгена. Также о влиянии популистических идей и о возникновении идей об обособлении от Евросоюза, то, что мы наблюдали в Испании и Каталонии, поиск независимости Шотландии и так далее. Затем я объяснил, что стоит за всем этим и как сложно контролировать эти глобальные изменения.